Холодная зима оставила на асфальтовом покрытии курорта немало ям. Чтобы отремонтировать улицы своими силами, муниципалитету потребовалось бы несколько лет. Существенную материальную поддержку оказал край. В этом году, по моему ходатайству, губернатор Краснодарского края Денис Иванович Кондратьев выделил 580 миллионов рублей на капитальный ремонт наших дорог. Мы более 96 улиц города должны в этом году отремонтировать. Жители давно нам сигнализировали о том, что именно внутриквартальные улицы в городе и в селах особенно у нас в ненадлежащем виде. Вот. Какая работа проводится и когда мы все-таки ее завершим в полном объеме? На первый этап у нас уже краем выделены деньги. Это сумма 251 миллион с учетом денег с нашего городского бюджета. В первом этапе у нас получается 46 улиц. Это, причем я хочу подчеркнуть, что это ремонт именно улиц полностью. То есть не ямочные, не как-то частями, а то есть улица, дорожное полотно у нас будет полностью новое. Следующий этап капитального ремонта начнется во втором полугодии. Список улиц уже размещен на сайте мэрии. Что же касается ямочного обновления дорог, то на эти цели из городского бюджета выделено дополнительно 36 миллионов рублей. Работы ведутся уже на протяжении 3 недель. Сейчас началось асфальтирование и завершится ремонт до 20 апреля. Ямы закроют в том числе и на 6 дорогах, ведущих к кладбищам. В дни Пасхи увеличат и количество общественного транспорта. Те кладбища, где у нас ходит наш транспорт маршрутный, то есть мы там усилим эту работу, будет больше автобусов. И те кладбища, где у нас нет маршрутных автобусов, безусловно, автобусы тоже будут как бы поданы. Эту работу мы уже, в принципе, провели. И по ремонту уже ведем. Вопрос капитального и ямочного ремонта городских дорог Анатолий Пахомов взял под личный контроль. Через 2 недели мэр проинспектирует каждый объект дорожной карты. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.